Универсальная, высокотехнологичная, маневренная. Луганские медики уже освоили новый автомобиль, который подарили в День Республики. Напомним, ключи от скорой представителям Луганской республиканской клинической больницы передал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Такой подарок как никогда кстати. Медучреждение располагает собственным автопарком скорой помощи, но этим автомобилем по 15 и более лет. С особенностями нового транспорта ознакомилась и наша съемочная группа. Чудо техники отечественного производства на этих четырех колесах буквально вмещается целая операционная. Но главное, что он отлично подходит для транспортировки тяжелобольных на дальние расстояния, к примеру, с передовой к столичным специалистам. Этот автомобиль, он является своего рода уникальным чем, что, во-первых, это реанимационный автомобиль, во-вторых, такого автомобиля в автопарке лечебного учреждения нет и не было. Зачастую счет идет на минуты. Приехать вовремя, оказать помощь и экстренно транспортировать пациента в республиканскую больницу, где есть необходимая материально-техническая база и высококвалифицированные специалисты – главная задача. В нашей специальности сосудистой хирургии очень важный временный фактор. Поэтому нас вызывают, мы экстренно выезжаем на специализированной машине, в данном случае, которую получили, позволит производить больший объем оперативных вмешательств и оказывать специализированную помощь. Реанимобиль оборудован по последнему слову техники: дефибриллятор, кардиограф, пульсоксиметр и другое медоборудование для спасения жизни. Есть и транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких. Он не боится условий жесткой транспортировки. Он комплектуется вместе с переносными малыми кислородными баллонами. И не отрывая уже пациента от проведения искусственной вентиляции легких, доставить непосредственно в автомобиль, где мы уже подключим основные штатные большие баллоны кислородные. За год медики республиканской больницы осуществляют около 600 консультаций. Это примерно две в день. Работают не только в Луганске, во всех городах и районах. И зачастую результат таких консультаций – транспортировка больного в главное медучреждение ЛНР. Больницы на местах видят, что они не справляются. Они звонят нашему диспетчеру и заказывают консультантов. На консультацию у нас может ехать несколько специалистов. И с вероятностью того, что больного надо будет транспортировать в наше лечебное учреждение. В ближайшее время автомобиль приступит к работе и будет оказывать экстренную медпомощь жителям республики. Алена Остапущенко, Александр Каплеев, Вести, Луганск, 24.